So I was told that you're having a festival for a few days. Мне сказали, что у вас несколько дней уже проходит фестиваль. In the anniversary of the installation of the Jagannath Theatre. Вы празднуете годовщину установления Божественной Джаганнатхи. 20 лет. 20 лет. And what is the festival? Как называется фестиваль? I heard this for a few days. Брахмотсо. I know the name of it. What are you doing to celebrate? А что вы делаете, чтобы отпраздновать это событие? Абхишека, лекции, катание на лодках. Из Абхишека, вот честно. Ратхаятра. Boat ride. Ратхаятра. And over how many days? Так, сколько дней? Пять. Ну, всего пять. In a row? Подряд, да? And this is what day? Today's the second day. Today's the second day. And what happened yesterday? Что было вчера? Пхишека. Пир. Пхишека. Тор был. И сегодня? Кейк махали. Кейк обещали. Сегодня было. Киртаны были. Киртаж? Киртаны. Лекси. Да, лекси. Ну, как письменное подношение. Подношение? Вчера. Вчера. Письменное, right. И завтра? Что будет? Завтра едут в Магдалину. Tomorrow they're going to Magdalena. Магдалиновка? Что вы делаете там? Радхаятра там. Радхаятра? И катание на лодках. И после, и завтра? Магдалиновка тоже. Да. Завтра, послезавтра и воскресенье. И воскресенье. Здесь. И там. Там. How many years you've been doing it like that? Сколько лет уже проводится такой фестиваль? Это первый такой, 20 лет. It's the first of this kind, 20 years anniversary. Oh, first of its kind. Okay. When I think of festivals for the deities, there's a few verses in the Srimad Bhagavatam I'd like to read from. И когда я говорю о фестивале, который проводится для удовлетворения божеств, то есть несколько стихов Шримад Бхагаватам, которые мне нравится цитировать в этой связи. It's Krishna's instructions to Uddhava. Это наставление Господа Кришны о Удаве. And he's describing the qualities and characteristics of devotees and what they do in worship for him. В этой серии стихов Господь Кришна описывает качества преданных, а также чем занимаются преданные и как они поклоняются Кришне. In another chapter he also describes the exact some details about worshiping the deity. И в другой главе той же самой песни Господь Кришна описывает различные детали поклонения божествам. But those aren't so much relevant, except that especially if you go there specifically for the pujaris. Но вот то описание не так уж актуально для нашего нынешнего обсуждения, потому что в основном это описание предназначается для пуджари. Although there are a few verses in that chapter, a few verses in chapter 27, interesting verses actually. Хотя в 27 главе 11 песни также содержится несколько очень интересных стихов. Where he describes others who can derive benefit from worshiping the deity and specifically for creating, facilitating their worship. Которые написывают то благо, которое люди получают благодаря поклонению божествам, а то особенно, когда они создают все условия для поклонения божествам. I'll read those verses first. И я вначале прочитаю эти стихи. It may interest some of you. И кому-то из вас эти стихи покажутся любопытными. Krishna is telling in these instructions, he's saying that one who offers the deity gifts of land,
markets, cities and villages. В этом стихе Господь Кришна говорит, что если люди предлагают божествам такие дары, как землю, and markets, cities and villages. Предлагают им рыночные площади, предлагают им города и деревни в подарок божествам. So that the regular daily worship and special festivals of the deity may go on continually. Так что можно было постоянно продолжать поклонение божествам и особенные фестивали для их удовлетворения. Will achieve opulence equal to my own. Господь Кришна говорит, что такие люди, которые подносят божествам такие дары, обретают процветание, которое равно моему собственному процветанию, богатству. You familiar with this verse? Вам известен этот текст? Теперь да. Interesting though how Krishna concludes it. Интересно, как Господь Кришна подытоживает это обсуждение. The next verse he says, by installing the deity of the Lord, one becomes king of the entire earth. Когда кто-то устанавливает божество Господа, то он становится императором всего мира. By building a temple for the Lord, one becomes ruler of the three worlds. Человек, который строит храм для божеств, становится владыкой всех трех миров. By worshiping and serving the deity, one goes to the planet of Lord Brahma. Поклоняясь и служа божествам, человек возвышается до планеты Господа Брахмы. And by performing all three of these activities, one achieves a transcendental form like my own. Но занимаясь и тем, и другим, и третьим, человек обретает трансцендентный облик, подобный моему. But one who simply engages in devotional service with no consideration of results, fruit of results, attains me. Но человек, который занимается преданным служением, не рассчитывая на какое-то вознаграждение, достигает или обретает меня. Thus, whoever worships me according to the process I have described will ultimately attain pure devotional service. Поэтому кто бы не поклонялся мне в соответствии с процессом, который я описал, в конечном счете обретает чистое преданное служение мне. So one can get all of these benefits from establishing festivals and opulent worship of the deities. Итак, человек может обрести все эти блага, если будет устанавливать божества и поклоняться им в храме. But anyone who does it to please me, they get me. Но Господь говорит, если человек поклоняется, делает все это для того, чтобы порадовать меня, то обретает меня в результате. Then he concludes the chapter by explaining what happens to somebody who steals from the deities. И затем он завершает. We won't go into that. Затем он завершает главу, описывая, что происходит с теми людьми, которые что-то крадут у божеств, но мы это читать сегодня не будем. It's pretty serious. Там серьезные последствия, обещаете. But that's not the verse I was going to read tonight. Но сегодня я собирался читать другой стих. This is Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11. Это Srimad Bhagavatam, 11 глава, 11 песня. Verse 34 to 41. 34 to 41. Это 11, 11 to 34 to 41. My dear Uddhava, one can give up false pride and prestige by engaging in the following devotional activities. Мой дорогой Уддхава, человек может очиститься, отказавшись от ложной гордости и престижа, преданно занимаясь следующей деятельностью. One may. Okay.
One may purify oneself by seeing, touching, worshipping, serving, and offering prayers of glorification and obeisances to my form as the deity and to my pure devotees. Поклоняюсь, служа, вознося молитвенные гимны моей форме божества и моим чистым преданным, а также созерцая и касаясь их. One should also glorify my transcendental qualities and activities, hear with love and faith the narrations of my glories, and constantly meditate on me. Необходимо прославлять мои трансцендентные качества и деяния, слушать с любовью и верой писания моего великолепия и постоянно размышлять обо мне. One should offer to me whatever one acquires and accept oneself as my eternal servant. Человек должен предлагать мне все, что пришло к нему волей судьбы, и всецело вручить себя мне, считая себя моим вечным слугой. One should give oneself completely to me. Он должен постоянно... One should always discuss my birth and activities and enjoy life by participating in festivals, such as Janmashtami, which glorify my pastimes. Он должен постоянно беседовать с другими о моем рождении и деяниях и наслаждаться жизнью, принимая участие в праздниках, таких как Джанмаштами, которые посвящены моим играм. In my temple, one should also participate in festivals and ceremonies by singing, dancing, playing musical instruments and discussing me with other Vaishnavas. Следует также участвовать в торжествах и церемониях, которые проводятся в моем храме. Пусть он делает это с песнями, танцами, играя на музыкальных инструментах, и разговаривая обо мне с другими вайшнавами. One should observe all the regularly celebrated annual festivals by attending ceremonies, pilgrimages, and making offerings. Нужно отмечать все ежегодные праздничные дни, присутствуя на соответствующих церемониях, совершая паломничество и делая подношения. One should also observe religious vows, such as Ekadasi, and take initiation by the procedures mentioned in the Vedas, Pancharatra, and other similar literatures. Кроме того, человеку следует соблюдать религиозные обеты, такие как пост на Джанне и Кадыши, и получить посвящение, пройдя через обряды, упомянутые в Ведах, Панчаратре и других подобных писаниях. One should faithfully and lovingly support the installation of my deity, and individually or in cooperation with others, one should work for the construction of Krishna's conscious temples and cities, as well as flower gardens, fruit gardens, and special areas to celebrate my pastimes. Он должен с верой и любовью содействовать установлению моего божества и лично или в сотрудничестве с другими возводить храмы сознания Кришны, строить вайшнавские города и поселения, разбивать цветники и сады и обустраивать места для празднования моих игр. One should consider oneself to be my humble servant without duplicity, and thus should help to clean the temple, which is my home. Избегая двуличия, нужно считать себя моим смиренным слугой и помогать в уборке храма, который является моим домом. First one should sweep and dust thoroughly, and then one should further cleanse with water and cow dung. Сначала следует подмести пыль, вынести мусор, а затем очистить все водой и коровьим навозом. Having dried the temple, one should sprinkle scented water and decorate the temple with mandalas. Протерев поверхности насухо, нужно окропить храм ароматизированной водой и украсить мандалами. One should thus act just like my servant. Таким образом, человек должен действовать как мой слуга. A devotee should never advertise his devotional activities. Therefore, his service will not be the cause of false pride. Преданный не должен похваляться своим служением, тогда оно не приведет к появлению у него гордыни. One should never use lamps that are offered to me for other purposes, simply because there is need of illumination. And similarly, one should never offer to me anything that has been offered to or used by others. Ни в коем случае нельзя использовать лампады, предложенные мне для других целей, например, для освещения комнаты. И ни в коем случае нельзя предлагать мне то, что раньше предлагали другим или чем другие уже пользовались. Whatever is most desired by one within this material world, and whatever is most dear to oneself, one should offer that very thing to me. Самое желанное и дорогое для себя в материальном мире человек должен предложить мне. Such an offering qualifies one for eternal life. Такое подношение сделает его достойным вечной жизни. Those were the verses. I haven't got to the purport yet. Вот это стихи, которые я хотел почитать, и мы даже еще не прочитали комментарий к ним. Those were Krishna's words to Uddhava. Это личные слова Кришны, обращенные к Удаве. I'm not going to read the whole purport, I'm just going to read the small section of it. Я не прочитаю весь комментарий, а лишь небольшую часть его. Purport says,
As far as possible, large festivals should be held all over the world so the people can gradually learn how to perfect human life. В комментарии говорится, необходимо как можно чаще проводить по всему миру большие фестивали, чтобы люди постепенно смогли понять, как сделать свою жизнь совершенной. The words Mamarcha, Stapane, Shraddha are significant. Слова Mamarcha, Stapane, Shraddha в этом стихе очень важны. Here Lord Krishna states that one should have faith in his deity worship, since the Lord is personally present as the deity. Господь Кришна провозглашает здесь, что надо с верой поклоняться Его Божеству, поскольку в виде Божества присутствует Сам Господь. The words Udyano Pavanakrita Pura Mandira Karmani indicate that there should be a serious endeavor to construct beautiful temples in Vaishnava cities with ample parks, orchards and flower garlands. Слова Удьяно Павана Крида Пура Мандира Кармани означают, что следует прилагать серьезные усилия для возведения прекрасных храмов и вайшнавских городов с роскошными парками, садами и цветниками. Pukam Guru Tivachala Pangum Nangaya Tegali Rakipatama Hande Shri Guru Tivatana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vidanta Swami Tivami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shamyamani Pashtachari Satarade Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's kind of ironic, because just today I was telling devotees there's too many festivals. Это звучит очень иронично, потому что вот сегодня жаловался преданный на то, что слишком много фестивалей. Everywhere I was saying that everywhere I go it's from one festival to the next. Я жаловался на то, что постоянно переезжаю с одного фестиваля на другой. And I was saying I need a break from so many festivals. И я говорил, что мне похоже понадобится взять передышку от фестивалей. And here I am reading a verse about the importance of festivals. И вот сегодня читаем стих, и в нем говорится о том, как важно проводить фестивали. Of course, Srila Prabhupada also said that every day in Krishna consciousness should be like a festival. Разумеется, Шрила Прабхупада говорил, что каждый день в сознании Кришны это как фестиваль. And Bhaktivinoda Thakur in his Chaitanya Shikshamrita also speaks about the importance of festivals, especially for the deities. Шрила Бхактивинода Тхакур в Чайтанья Шикшамрите также описывает важность проведения фестиваля, особенно для удовлетворения божества. He says that if one has the facility to make a festival for the deities and doesn't do it, it's considered to be a very serious offense. Более того, он говорит, что если у человека есть условия, возможности для проведения фестиваля, такого фестиваля для вайшнавов, и он не делает этого, тогда это считается серьезным оскорблением с его стороны. And the emphasis that he makes is that the purpose of the festivals is that it should be for everyone's benefit. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур подчеркивает, что фестиваль предназначен для блага всех, без исключения людей, кто в них участвует. It's just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also has given instruction about festivals. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также говорит о важности проведения фестиваля в следующих словах. Он перечислил 5 целей проведения фестиваля. Первая цель проведения фестиваля — это дать всем возможность общаться с преданными. The second purpose is to free others from their material attachments. Вторая цель проведения фестиваля — это помочь людям освободиться от материальных привязанностей. The third is to give everyone a taste for chanting the holy names of the Lord. Третье — это дать всем вкус к воспеванию святых имен Господа. The fourth is to engage in the service of Hari, Guru, and Vaishnavas. Четвертое — это занять всех в служении Хари, Гуру и Вайшнава. And this fifth is one more. I forgot what it was.
2005. To display compassion for all living entities. І явіть сострадання ко всім живим существам. He says, this is the five purposes for conducting festivals in our mats. От це п'ять цілей проведення фестивалів в нашому матрі, сказав Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. So festivals are meant to benefit everyone. І так фестивалі призначені для блага всіх. First of all, it's benefits by coming into the association of devotees, one gets an opportunity to hear the instructions and pastimes of the Lord. Во-первых, когда человек получает возможность общения с преданными Господа, то он также достаивается возможность слушать и воспевать славу Господу. And festivals which glorify the deities are also meant to be compassionate to others by giving everyone an opportunity to render service to the Lord. И фестивали, которые проводятся для того, чтобы достать удовольствие божествам, также является способом проявления сострадания ко всем, потому что эти фестивали дают каждому возможность оказать какое-то служение Господу. Just like we oftentimes speak about the compassion and mercy of Lord Jagannath when he goes out into the streets and gives everyone the opportunity to take his darshan. Как часто мы говорим о том, насколько сострадательный Господь Джаганнат, когда он выходит из храма на улицу, и каждый может получить его даршан. And what to speak of to pull the ropes of the chariot. Не говоря уж об удаче потянуть колесницу за веревку. In fact, just recently, where was I? In Lithuania. Oh, Mažeikiai, in Lithuania, yes. In Lithuania, I was, we had a Rathiatra festival there. Недавно мы участвовали в фестивале Радхаятры, который прошел в литовском городе Мажейки. And it's a relatively small town. Это небольшой городок. Not a very big city. Небольшой, это не является большим городом. But the devotees there had organized the Rathiatra festival, and I wasn't used to coming to the beginning of the Rathiatra festival and seeing so many people, and I thought, what? I said, immediately said to the devotees, what's the event that the devotees are doing the Rathiatra festival at? Я не привык приходить к началу фестиваля Радхаятры, видеть такие толпы, которые я увидел там. Я пришел, увидел огромную толпу людей, которые стояли вокруг колесницы. Я не поверил своим глазам и даже спросил у преданных, а что это за мероприятие в городе, к которому мы приурочили свой Радхаятру? Because I thought it was a city event, and then devotees were doing Radhayatra as a part of it, because there was so many people there. Там было такое большое количество людей в этом маленьком городишке, что я подумал, что наверняка это толпа собралась по какому-то другому случаю, а преданные просто воспользовались моментом и провели Радхаятру. And then the devotees said, no, they're there for Radhayatra. И мне преданные сказали, нет, они как раз на Радхаятру собрались. And about, I'd say 80% of them were non-devotees. Примерно 80% из этой толпы были непреданные. A very large crowd of non-devotees there, and you could tell they were looking at something like they'd never seen before. И можно было видеть по их лицам, что это люди, пришедшие первый раз на такое мероприятие, потому что ничего подобного они в своей жизни не видели. So first we had an artik to Lord Jagannath, had kirtan and arati to Lord Jagannath. Мы провели киртан, провели арати Господу Джаганнатхе. And then Бхакти Чайтанья Свами gave a little talk. Затем Бхакти Чайтанья Свами. No, it wasn't Бхакти Чайтанья. I think it was Бхакти Ананда. Бхакти Сварупа Чайтанья Свами. Бхакти Сварупа Чайтанья Свами, вернее, прочитал небольшую лекцию. And he encouraged everybody to pick up the ropes. И в своей лекции он вдохновил всех взять в руки веревки. And everybody was just coming and just really eager to grab the ropes. И все кинулись хвататься за эти веревки с огромным рвением. The devotees didn't even have to take the ropes. All the non-devotees were grabbing the ropes. И преданным даже не осталось места на этих веревках. Все эти веревки оказались в руках гостей и преданных. And they were pulling Lord Jagannath. Они стали тянуть за веревки Господа Джаганнатха. And they took part in the whole procession. И шли с этой процессии до самого конца. And actually, when I looked at this and I was looking at all the people getting Lord Jagannath's mercy, I'm not very sentimental, but I actually started to cry. Хотя я не очень сентиментальный человек, но когда видел, с каким энтузиазмом, рвением эти люди, бедные, тянули Господа Джаганнатху за веревки, я стал плакать. I was just thinking, well, just so merciful, and how Prabhupada's conception was in actually bringing Lord Jagannath into the streets so that people get an opportunity to render service. Я поразился тому, насколько милостивый Господь, и также проникся
понимание глубины плана Шрилы Прабхупады, который специально организовывал такие фестивали с Господом Джаганатхой на улицах городов, чтобы люди могли получить милость Господа. What to speak of Tejas Darshan. Не говоря уж о даршане Господа. So, one of the purposes of organizing festivals around the worship of the deities is to be compassionate on others. Поэтому одна из целей проведения фестивалей для удовлетворения божеств вокруг их интересов – это проявить сострадание к другим. Give others an opportunity to render some service for the pleasure of the Lord. Дать другим людям возможность оказать какое-то служение ради удовлетворения Господа. To hear the pastimes of the Lord and to develop a awakened taste for chanting the holy names of the Lord. Услышать о играх Господа, также развить себе вкус по повторению пения Его святых имен. And as we said, Bhaktivinoda Thakur specifically states that if one has the means to have such festivals to glorify the deities and doesn't do it, then it's considered to be a serious offense. И как мы сказали уже, что Бхактивинода Такур предупреждает, что если у человека есть возможность для проведения таких фестивалей для удовлетворения Господа, для божества, и он не делает этого, то это становится серьезным оскорблением с его стороны. So although I'm going to too many festivals, I'm glad I was able to come and take part, at least a small part of this festival. И хотя я уже достаточно часто посещаю фестивали различного рода, но я был рад возможности принять небольшое участие в этом фестивале сегодня. And tomorrow I have to leave for another festival. Завтра я уеду на другой фестиваль. And after that festival I have another festival. И после того фестиваля наступит новый. And after that festival we have another festival in Kyiv, the installation of the deities. А после того фестиваля я пойду на еще один фестиваль в Киев, где будет праздноваться установление божеств. And then after that festival I have to go to Lithuania for the Baltic Summer Festival. После того фестиваля я поеду в Литву на литовский, прибалтийский фестиваль. And after that festival, I'm going to New Rajadhan for a festival for the Radha Shyam Sundar. А после того литовского фестиваля я пойду на фестиваль в New Rajadhan для празднования фестиваля в честь Шри Радха Шьяма Сундара. And after that festival, I go to Kazakhstan for another festival. А после этого пойду в Казахстан на другой фестиваль. So somebody may think, "Boy, that's all you do. You just go to festivals." Well, if you take sannyas, you can go to a lot of festivals. Принимайте саньяс, вы сами поймете, что это значит. Все эти фестивали. It's a lot of work too. Это очень тяжелая работа, на самом деле. But one of the important functions of the festivals is to glorify the pastimes of the Lord. Но очень важная часть проведения таких фестивалей – это прославление игр Господа. So I was thinking that today is a festival in glorification of Lord Jagannath, Baladeva and Subhadra. И поскольку сегодня мы празднуем фестиваль в честь Шри Шри Джагнатха, Баладевы и Субхадры, of course, they have their pastimes of the Ratha Yatra festival, which are one of many of their pastimes. Разумеется, Шри Джагнатха Баладева Субхадра проводит свой знаменитый фестиваль Радха Ятра. Это одна из их игр. But what came to my mind, one of the pastimes of Lord Jagannath that I really like is the pastime with his devotee Pundarik Vidyanidhi. Но мне очень нравится одна особенная игра, которую проявил Господь Джагнатха. Это игра со своим преданным, которого зовут Пундарика Видьяниди. Of course, that pastime is a pastime of Lord Jagannath and also Lord Chaitanya. Разумеется, эта игра не только Господа Джаганатхи, но и также самого Господа Чайтаньи. It's also another pastime of Lord Jagannath with Lord Chaitanya, which just came to my mind. Pastime of Sikhi Mahiti. That's a short one. I'll tell that one first. Еще одна история, которая связана с Господом Джаганатхой и с Господом Чайтаньи. История Шикхи Махити. Я расскажу ее первой. These pastimes took place in Jagannath Puri. Обе эти игры произошли в Джаганатха Пури. Sikhi Mahiti, he was a very staunch devotee of the Lord. Шикхи Махити отличался непоколебимой преданностью Господу. He and his sister Madhavi and his brother, who is known as Murari Mahiti. И он, и его сестра, и также его брат Мурари Махити. They were all very, very staunch devotees of Lord Chaitanya.
Его сестру звали Мадави, и все трое были непоколебимы своей преданностью Господу Чайтанье. And they were known for their devotional qualities and their devotional service and for their unceasing service to the Lord 24 hours a day. Они славились тем, что служили Господу, не покладая рук круглыми сутками, и также славились своим духом служения и самим служением, которое они оказывали. One time Сики Махити he was sleeping and he had a dream. Однажды Шеки Махити увидел сон. And in the dream let's see what happened. In the dream he was in the temple of Lord Jagannath. И во сне он увидел, как он пришёл в храм Господа Джаганнатхи. And in the temple of Lord Jagannath he saw that Lord Chaitanya was there in the temple, and Lord Chaitanya would go to the deity of Lord Jagannath, and he would enter into the deity of Jagannath, and then he would come back out again. И во сне он видел, как Господь Чайтанья также был в этом храме Господа Джаганнатхи, и во сне он видел, как Господь Чайтанья заходит в божество Господа Джаганнатхи, потом снова выходит из него. And then this would continuously happen in the dream. Это происходило снова и снова в его сне, он видел, как Господь Чайтанья заходит и выходит. He would see Lord Chaitanya enter into the body of Lord Jagannath, and then Lord Chaitanya coming out of the body of Lord Jagannath. Он видел во сне, видел снова и снова, как Господь Чайтанья заходил в тело Господа Джаганнатхи и затем снова выходил из него. And he was feeling great ecstasy. И Шеки Махити чувствовал огромный экстаз от этого зрелища. But then his brother and sister came to wake him up. Но потом его пришли будить, его брат и сестра. And when they woke him up, he was a complete ecstasy in telling them about what he saw in his dream. Когда они разбудили Шеки Махити, он в экстазе стал рассказывать им, что увидел во сне. So in that dream, he began describing to his brother and his sister exactly what was happening, what he saw with Lord Chaitanya entering into the body of Lord Jagannath. Он стал рассказывать им во всех деталях, как Господь Чайтанья в его сне входил в тело Господа Джаганнатхи, затем выходил из него. Oh, also what happened in the dream, another important point. И еще один важный аспект его сна. Yeah, this is very important. Очень важный. And the last time that Lord Chaitanya came from the body of Lord Jagannath, he came to Sikhi Mahidi and he held him in his embrace. Последний раз, когда Господь Чайтанья вышел из тела Господа Джаганнатхи, он подошел во сне к Шеки Махити и очень крепко обнял его. And when he held him in his embrace, that's when he was woken up and he was feeling such great ecstasy. He held in the embrace of Lord Chaitanya. И вот именно на этом моменте его и разбудили. Он проснулся и был в экстазе от того, что Господь Чайтанья во сне обнял его. So he began to describe the dream that he had to Madhavi and to Murari Mohiti. Он стал пересказывать свой сон Мурари Махити и Мадхави. And then they decided, let's go to the temple. И решили вместе пойти в храм. So they went to the temple of Lord Jagannath, and there in the Kirtan Mandap, in the temple of Lord Jagannath, Lord Chaitanya was standing there. И когда они пришли в храм Господа Джаганнатхи, то обнаружили, что в нем, в Киртана Мандапе, перед божеством Господа Джаганнатхи, стоял личный Господь Чайтанья. And he was standing in the exact same position that he saw Lord Chaitanya standing in his dream. И Господь Чайтанья не просто стоял, но в том же самом положении, на том же самом месте, в котором Шеки Махити видел его в своем сне. Just after he had come out from the body of Lord Jagannath, he was standing there and he looked at Sikhi Mahiti as they walked into the temple. Он стоял в том самом месте, в котором оказался, когда вышел из тела Господа Джаганнатхи в последний раз. Затем он повернул голову и посмотрел на Шеки Махити, когда он заходил в сопровождение своего брата и сестры в храм. And then Lord Chaitanya came over to Sikhi Mahiti and he embraced him. И затем Господь Чайтанья подошел к Шеки Махити и обнял его. Exactly what happened in the dream. Именно так, как он увидел во сне. So, of course, this is one way that Lord Chaitanya reveals that he is not different than Lord Jagannath. Господь Чайтанья является, это один из способов, которым Господь Чайтанья показывает, что он не отличен от Господа Джаганнатхи. And this other pastime with Pundarik Vidyaniti, also this same characteristic is described. И другая история, которая произошла с Пундарика Видьяниты, описывает то же самое качество Господа. How Lord Chaitanya and Lord Jagannath, they are the same personality. Его качество не от личности от Господа Джаганнатхи, они одна и та же личность.
They were having a particular festival in Jagannath Puri. It was the festival of Udana Shasti. В Джагнатха Пури в это время проводился особенный фестиваль для Господа Джагнатхи в честь Одана Шашти. Do you know, devotees know what this festival is here? Вы знаете, что за фестиваль Одана Шашти, который проводится для Джагнатхи? Проводится его здесь? Да. Одана Шашти. Одежда, да? Да. Предлагается новая одежда Господу. Particular type of одежда. Там вполне конкретный, особенный вид одежды предлагается Господу. It's a festival when the deities are offered new clothes. Во время этого фестиваля Господу предлагаются новые одеяния. And not only they offer new clothes, but they're wearing different sets of clothes all during the day. Они не только получают новые одежды божества, но также они носят различные одеяния в течение всего дня, их переодевают снова и снова. And therefore, on this particular day, the pujaris, they prepare new cloth for the deities, and they particularly they put on type of cloth which is still brand new and it hasn't been washed yet, it's still starched. И в этот день пуджари одевают Господа в различные наряды один за другим, и эти наряды, поскольку они совершенно новые, их еще недостаточно отстирали от крахмала. And Lord Chaitanya, he was also present at that festival all day long. Господь Чайтанья присутствовал также на этом фестивале в течение всего дня. And Vrindavan Das Thakur actually describes how Lord Chaitanya, who is non different from Lord Jagannath, he is both the worshipped and the worshipper, both manifesting in the same place at the same time. И Вриндаван Дас Такур описывает эту историю, говорит, что Господь Чайтанья выступает в этой лиле одновременно как тот, кто поклоняется, и как объект поклонения, и проявляется в обоих этих местах одновременно. Just as Lord Chaitanya also was personally present through the Rath Yatra festival, he was worshipping himself, Lord Jagannath, in the same way at this particular festival, Lord Chaitanya was personally present in worshipping himself. Также как на фестивале Радхаятры, Господь Чайтанья одновременно поклоняется Господу и выступает в роли Господа, одновременно пребывает и в образе поклоняющегося, и в образе объекта поклонения. Точно так же во время фестиваля Одана Шашти Господь играл эти две роли одновременно. And he stayed there all day long throughout the whole festival as different outfits were offered to Lord Jagannath. Господь Чайтанья оставался на протяжении всего фестиваля, пока Господу один за другим предлагали различные наряды. And they had kirtan in front of the deities. Божество также радовали киртаном. It was a festival. Был настоящий фестиваль. At which Lord Chaitanya himself was taking part. И сам Господь Чайтанья принимал участие в этом фестивале. And Pundarik Vidyanidhi, he was also present at that time, and he was began to speak in such a way about the pujaris. И Пундарика Видьяниди, который участвовал в этом фестивале, вдруг стал говорить следующие слова о пуджаре. He was present there with Swarup Damodara Goswami. Он обращался с этими словами к Сварупе Дамодаре, с которым он был на фестивале. And he started to say things about the pujaris that was a little critical of them. Он стал говорить слова о пуджаре, которые были немного критичны в их адрес. He was trying to understand that why is it that the pujaris are offering Lord Jagannath cloth which hasn't been washed first. Он стал недоумевать, почему пуджари предлагают Господу одежду, которая еще не отмыта от крахмала. He said, according to scriptural injunctions, the deity should be offered fresh, clean cloth, but these pujaris are offering cloth that hasn't even been washed. It still has the starch in it, and it's not proper. В соответствии с шастрами, сказал Пундарика Видьяниди, что нужно предлагать свежие, чистые одежды, но эти пуджари предлагают им сейчас одежды, которые еще толком не отстираны от крахмала. Это неправильно. Of course, Vrindavan Das Thakur explains within the context of this pastime that the Lord put Pundarik Vidyaniti in illusion to make these statements. Vrindavan Das Thakur объясняет, что в этой игре сам Господь лично погрузил Пундарика Видьяниди в иллюзию, чтобы он смог произнести эти слова. Because sometimes he likes to put his devotees in illusion and then dispel the illusion. Иногда Господу нравится помещать своих преданных в иллюзию, а потом собственноручно рассеивать ее. Just like Arjuna. Как Арджуна. Arjuna was put in illusion, then the Lord dispelled his illusion. Арджуну также поместили в иллюзию, а потом рассеяли ее. So he also put Pundarik Vidyaniti in illusion to start making these critical statements about the pujaris, and he was saying some pretty harsh statements like that they shouldn't do such service, like they shouldn't do things like this.
И точно так же Пундарика Видьяниди, а Господь поместил Пундарика Видьяниди в люди и подбил его на такие критичные высказывания в адрес Пуджари. И он достаточно резко о них отзывался, говоря, зачем они так делают, они не имеют права так поступать и оказывать такое служение, неподобающее Господу. But the Lord did it because he actually wanted to establish the true qualities of Pundarika Vidyanidhi, very rare and exceptional qualities of Pundarika Vidyanidhi. Но Господь сделал так, потому что Он хотел всем продемонстрировать удивительные, редкие, исключительные качества Пундарика Видьяниди. Actually, Pundarika Vidyanidhi was Vrishabhanu in Gaura Lila. Потому что в Гора Лиле Пундарика Видьяниди — это Вришабхану в Кришна Лиле. And Lord Chaitanya used to refer to Pundarika Vidyanidhi as father. И Господь Чайтанья называл Пундарика Видьяниди своим отцом. Because, of course, Lord Chaitanya was in the mood of Srimati Radharani. Потому что сам Господь Чайтанья пребывал в настроении Шримати Радхарани. So he had a very deep relationship with Pundarika Vidyanidhi. У него были очень глубокие отношения с Пундарикой Видьяниди. So certainly, this was the Lord's arrangement that, that Pundarika Vidyanidhi would begin speaking this way about the servants of Lord Jagannath. Поэтому Господь лично устроил все так, что Пундарика Видьяниди произнес эти критичные высказывания в адрес Пуджари. So he's telling Srupa Damodara that the Pujaris are making a serious offense by offering the cloth that has not been properly washed to the Lord. И вот Пундарика Видьяниди говорит Срупа Дамодаре, эти пуджари вообще не понимают, что они делают, они совершают серьезное оскорбление, предлагая Господу Жигнатхе не отстиранные от крахмала одежды. And Srupa Damodara tried to explain to him that actually this is all the Lord's pastime, you shouldn't find fault. И Срупа Дамодара пытался урезонивать его, говоря, ну на самом деле все это игра Господа, ты не должен выискивать недостатки. The Lord wants this, these events to take place like this. Otherwise, certainly the king would stop it if it wasn't pleasing to the Lord. Если бы Господу не нравилось, то сам царь, наверное, как бы вмешался и помешал этим пуджари поступать таким образом. Но поскольку Господу нравится, все происходит своим чередом. But then Pundarika Vidyanidhi said, "Oh, it's one thing for the Lord to do it." He can do anything. He's the supreme personality of Godhead. На это Пундарика Видьяниди возразил: Да, конечно же, одно дело, если Господу самому нравится, он может делать все, что угодно, он же в конце концов верховный личность Бога. And whatever he does is his pastime. Все, что бы он ни делал, является его игрой. He said, but does that mean that those who serve the deities of the Lord, they're also non-different from the Lord, and whatever they do is also the Lord's pastimes? Разве это значит, что те люди, которые поклоняются Господу, также не отличны от Господа, и все то, что им заблагословится сделать, также становится игрой Господа? So he is very harshly again disagreeing that they shouldn't do anything like this. Поэтому он очень резко возражал своему Дамодаре, говоря, нет, они не должны так поступать. And then they finished their discussion, and then the although they were, it was a very animated discussion. It was a friendly discussion. Поскольку они были друзья, их беседа была очень оживленной, дружеской. В конце концов она завершилась. And then they both decided to go. It's time to go home. Они решили оба вернуться по домам. So Pundarika Vidyanidhi, again, during his sleep, he had a dream. И вот во сне Пундарика Видьяниди также приснился сон. And in his dream, he saw Lord Chaitanya. Во сне он увидел Господа Чайтанью. And then Lord Chaitanya manifested as Lord Jagannath. И Господь Чайтанья во сне превратился в Господа Джаганнатху. And he came together with Balaram. И подошел к Пундарике во сне с Баларамой вместе. And Lord Jagannath and Balaram in his dream they approached Pundarika Vidyanidhi and they said, why are you criticizing the devotees in this way? Они подошли к Пундарике Видьяниди во сне и сказали, Господь Джаганнатха и Баларама сказали, а ты чего критикуешь наших преданных? Don't you know that this Odana Shasti is my pastime? Ты разве не знаешь, что Одана Шасти это моя игра? And then they started slapping him in the face. Они стали давать ему пощечины во сне. It actually explains they slapped him continuously for two dandas, I think, which is 48 minutes, almost an hour. Вот они почти час, две данды, говорится в описании, почти час не унимались и стали его по щекам. They were slapping him very hard. И достаточно серьезные такие пощечины отвешивали. Makes me think of something I once witnessed. Это я при этом вспомнил об одном происшествии, которое я непосредственно. This is in Jagannath Lila. Лицезрел. Это не Jagannath Lila. But I once saw somebody who got slapped in the face continuously.
Но я увидел, как у меня на глазах пощечины одно за другое давали одному человеку. I won't describe the circumstances under which it happened. Я не буду описывать вам обстоятельства, при которых это произошло. But it was somebody who was caught stealing. Но просто поймали вора. And one of the devotees in the temple caught him and started slapping him in the face. И вот когда этого вора поймали, один крест сделал его в храме, один из преданных храма этого вора схватил и стал отвешивать ему пощечины. And his face started. Лицо этого вора стало пунцовым. It was quite a serious offense of what this person did. На самом деле этот человек совершил очень серьезный проступок. And it was the circumstances were such that the devotees were forced to actually take the situation into their own hands to prevent it from happening again. И обстоятельства были таковы, что преданным пришлось взять наказание в свои руки, иначе бы оно повторилось снова. It happened in New York about 40 years ago. Это произошло в Нью-Йорке примерно 40 лет назад. It was quite a heavy situation. Ситуация была довольно серьезной. Anyways, being slapped even for 5 minutes, this person's face started. Когда этого человека просто 5 минут подряд хлестали по щекам, вот его лицо раздулось. He was just being slapped. That's all. Его просто били по щекам, вот так вот пощечины давали. So, for almost an hour, Pundarik Vidyaniti was being slapped by Lord Jagannath and Baladev simultaneously. А Пундарика Видяниди хлестали по щекам одновременно Господь Джаганнат и Господь Баладев одновременно в течение часа. So, and then after finishing chastising him and slapping him, then they left and returned to their abode. Ну вот когда они вдоволь его отругали и отхлестали, они ушли обратно в свою обитель. So when Pundarik Vidyaniti woke up in the morning, Pundarika Vidyaniti проснулся с утра. He put his hands to his face. Приложил ладони к лицу. And his face was all swollen. И увидел, что его лицо было опухшее. It was filled with welts. Welts? И у него были кровоподтеки на. Like blisters. Кровоподтеки на щеках. And he could immediately understand that the Lord really chastised him. И по этому признаку он понял, что это был не сон. Господь по-настоящему его отругал. For saying these things about his devotees, his pujaris. За то, что он осмелился такие вещи говорить в адрес его преданных пуджарис. And he was feeling within his heart, he was feeling so purified and so happy to have been chastised by the Lord. И он в своем сердце чувствовал очень большую радость и очищение того, что его собственноручно отругал Господь. Of course, there's many examples in Chaitanya Charitamrita where the Lord personally chastises the devotees. И в читании Чаритамриты есть очень много таких историй, в которых Господь лично отчитывает своих преданных. But in all of those examples, generally, the Lord chastises the devotees while he's awake, not while he's sleeping. И как правило, во всех этих историях Господь Чайтанья отчитывает своих преданных и наказывает их наяву, а не во сне. And everybody gets the opportunity to see how the Lord is so merciful in chastising the devotees, because they get to see it with their own eyes. И каждый видит, насколько Господь милостив, лично наказывает своих преданных, потому что это наказание происходит у них на глазах. In fact, even in Advaitacharya, when he saw how Lord Chaitanya chastised Kamalakanta Vishvasa, he was Advaitacharya when he saw the mercy that Kamalakanta Vishvasa got from the Lord. Когда Адвайта Ачарья, например, увидел, как Господь Чайтанья отчитывает его слугу Камалаканта Вишвасу, he went back to Lord Chaitanya and said, how is it that you were so merciful to Kamalakanta Vishvasa by chastising him in this way? Он подошел к Господу и сказал, Господь, почему же ты являешь такую удивительную милость Камалаканте Вишвасу? You banned him from your association. Ты запретил ему вообще появляться тебе на глаза. He said, but you've never been that kind of merciful. Displayed that much mercy to me. What do I have to do to get this kind of mercy? Но никогда не являешь такой милость мне. А что должен сделать я, чтобы заслужить такую же милость, как он получил от тебя? And it was actually he helped Kamalakanta Vishvasa tremendously also because Kamalakanta Vishvasa was very disturbed when he was chastised in this way by the Lord. Этими словами Адвайта Ачарья также очень сильно выручил Камалаканта Вишвасу, потому что тот испытывал сильное беспокойство от этих слов Господа. In fact, He chastised Kamalakanta Vishvasa because Kamalakanta was thinking that Advaita Acharya owed money to Lord Jagannath.
На самом деле Господь Читания отругал Камала Канта Вишваса за то, что кто-то смелился подумать, что Адвайта Ачарья задолжал Господу Джаганнатхи. And he actually asked if he could clear Advaita Acharya's debt for him so that Advaita Acharya wouldn't have to have a debt to the Lord. И он более того попросил разрешения оплатить долг Адвайта Ачарьи сам самостоятельно, чтобы Адвайта Ачарья не ходил в должниках у Господа. And Lord Chaitanya became very angry. He says, "How can you say such a thing about Advaita Acharya?" И Господь Читания разгневался не на шутку, потому что он сказал, как ты можешь вообще осмеливаешься такие вещи говорить об Адвайта Ачарье? On one hand, you glorify Advaita Acharya, saying that he's the supreme personality of Godhead. On the other hand, you're saying that the supreme personality of Godhead has a debt to the king. С одной стороны, ты говоришь, что Адвайта Ачарья является верховной личностью Бога, а с другой стороны, утверждаешь, что эта верховная личность Бога задолжала царю. So Lord Chaitanya chastised Kamala Kanta Vishwasa. За это Господь Читания отругал Камала Канта Вишваса. And Advaita Acharya saw how the Lord chastised him, and because he saw it, he immediately went to the Lord and said, "Why aren't you that merciful to me?" И увидев, как Господь Читания отчитывает Камала Канта Вишвасу, Адвайта Ачарья обратился к нему с просьбой, почему ты не явишь такой милость мне? So generally, when the Lord chastises the devotees are always accepting it as mercy of the Lord, because that the devotee understands the Lord recognizes me as a servant. Otherwise, why would he chastise me? Каждый раз, когда Господь отчитывает своих преданных и подвергает их какому-то наказанию, то преданные считают это милостью Господа, потому что понимают, что тем самым Господь показывает, что Он принял этого преданного как своего слугу, иначе зачем ему наказывать этого преданного? In fact, as we know, Advaita Acharya, because he was always treated by respect, with respect by Lord Chaitanya, he also was hankering for the day that Lord Chaitanya would recognize him as a servant and chastise him. Мы знаем, что Адвайта Ачарья всегда чувствовал со стороны Господа Чайтаньи большой почет и уважение. Именно так он относился к нему с большим почтением. И поэтому мечтал о дне, когда Господь Чайтанья все-таки примет его как своего слугу и будет обращаться с ним соответственно. So Advaita Acharya, in order to get the Lord to chastise him, he started preaching Mayavada philosophy. Для того, чтобы побудить Господа Чайтанью отчитать себя, в этой чаре стал проповедовать философию Майявады. Yes, and therefore the Lord came and he dragged to Advaita, the home of Advaita Acharya, he dragged him from his seat and he started punching and punishing him. And Advaita Acharya was in ecstasy. Господь так и поступил, узнав о том, что проповедует Адвайта, он пришел к его дому и стащил его с сиденья, на котором тот восседал, и стал осыпать его ударами, и стал его ругать за то, что тот проповедовал. Generally, whatever the Lord would chastise the devotees, people would see it. Поэтому, когда бы Господь не отчитывал других преданных, люди видели это. But in this particular case, with Pundarik Vidyanidhi, it happened in his dream. Но в этом случае наказание, которое получил Пундарика Видьяниди, произошло с ним во сне. Nobody saw it happen. Никто не видел наяву, как это произошло с ним. But everybody saw. What happened? Но все увидели последствия этого наказания. So the following morning, when Pundarik Vidyanidhi woke up, he put his hands to his face and said, "It happened." На следующее утро, когда Пундарик Видьяниди проснулся, он приложил ладони к щекам и понял, да, это на самом деле произошло со мной. Lord Jagannath, Lord Baladev, they came and they punished me for the things I said about his servants. Лорд Джаганнат и Баладева пришли ко мне и на самом деле наказали меня за то, что я смелся сказать в адрес их слуг. And he didn't want to go out because he was afraid that others would see him and he would have to explain it. И он не хотел выходить на улицу, потому что боялся, что люди заметят его опухшее лицо и будут спрашивать, а что случилось, ему придется объяснять. So generally every morning Swarup Damodar, he would come and he would get Pundarik Vidyanidhi and the two of them would go to the temple of Lord Jagannath. Обычно по утрам Сварупа Дамодара приходил к дому Пундарика Видьяниди и оба отправлялись на даршан Господа Джаганнатха. So the following morning Swarup Damodar came to where Pundarik Vidyanidhi was staying and Pundarik Vidyanidhi didn't come out. He was didn't want to go out. И так и произошло. На следующее утро пришел Сварупа Дамодара и ожидал, что Пундарика Видьяниди выйдет из дома, они вместе пойдут в храм, но этого не произошло. Пундарика Видьяниди не вышел, он не хотел выходить. So finally, Swarup Damodar, he went in and he said, and he saw, he said, "Pundarik, what has happened to your face?" И в конце концов, не дождавшись выхода Пундарики, Сварупа Дамодара сам зашел внутрь и увидев, в каком состоянии находился Пундарика там, он не смог
Он не поверил своим глазам и спросил, что случилось с тобой, что у тебя с лицом? What did you do to yourself? И что себе сделал самим собой? And Pundarik then took Sudhamura and said, come inside, I need to talk to you and tell you what happened. И Пундарика Нидианиде сказал, пойдем внутрь, я тебе расскажу, что случилось. And then he began explaining exactly what happened, how Lord Jagannath and Lord Balaram came to him in the middle of the night in a dream and chastised him. И все в подробностях рассказал ему, как глухой ночью к нему пришли Господь Джагнатх и Баладев и наказали его за то, что он говорил. And so Damodara immediately could understand how fortunate Pundarik Vidyaniti was. Сварупа Дамодара немедленно проникся осознанием великой удачи, которую обрел Пундарик Видьяниди. He said, this is a precedent that I've never heard of before. Сварупа Дамодара сказал, вот об этом я никогда не слышал, это беспрецедентно. He said, I've never heard of the Lord chastising somebody like this. In your dream, you must be very special. Никогда не слышал, чтобы Господь кого-нибудь вот так во сне наказывал. Ты, наверное, какая-то особая личность. Some may think, oh yes, the Lord comes to them in a dream, and you know, but how many devotees will wake up the following morning and see the consequences of the chastisement in their dreams? Кто-то может сказать, ну да, но Господь же приходит иногда во сне, да, но кто из преданных потом на следующее утро может видеть последствия прихода Господа? Vrindavan Das Thakur, he explains that actually this is a special quality and characteristic of Pundarik Vidyaniti, as the Lord put him in illusion and then he dispelled his illusion. Vrindavan Das Thakur объясняет, что в этом проявилось особое положение Пундарика Видьяниди, которого Господь лично поместил в иллюзию, затем рассеял эту иллюзию сам так. In order to glorify his devotee. Чтобы прославить своего преданного. So, just as in that dream, Lord Chaitanya first appeared, and then Lord Jagannath and Balaram appeared. Так же как во сне Господь Чайтанья появился вначале, затем появился как Господь Джаганнатх и Баладев. And of course, in the dream, as we described, Sikhi Mahiti, how he saw Lord Chaitanya entering into the body of Lord Jagannath and then coming out of the body of Lord Jagannath. Также во сне Шики Махити увидел, как Господь Чайтанья входил в тело Господа Джаганнатха и затем выходил из него. We can understand that. Lord Jagannath and Lord Chaitanya, they are both non-different, the Supreme Personality of Godhead. Из этого можем понять, что Господь Чайтанья и Господь Джаганнатх, они отличны друг от друга, они верховные личности Бога. But you have the opportunity on such festival days as today and to commemorate their 20th anniversary of the installation of Lord Jagannath. В такие праздничные дни, как сегодня, у вас у всех есть возможность прославить Господа, отметив его 20-летнюю годовщину установления. And as Lord Krishna explains in the verses we just read from the 11th canto of the Bhagavatam. И как Господь Кришна объясняет в стихах, прочитанных нами только что из 11-й песни Шримад Бхагаватам. That whenever there are such festivals and glorification of the deities, there should be discussions of the pastimes of the Lord in this particular form. Каждый раз, когда мы проводим фестивали, подобные нынешним фестивалю для божеств, мы также должны обсуждать игры, которые являются So now we'll have Artik. Сейчас у нас будет Артик. And we'll have Kirtan to fulfill another purpose of the festivals. И Киртан, которым мы также осуществим еще одну цель проведения фестиваля. Is to get the opportunity to associate with devotees. Целью фестиваля является получить возможность общаться с преданными Господа. I don't know how free from material attachments everyone will become as a result of this festival. Не знаю, насколько освободятся от своих материальных привязанностей участники его результате, его поведения. But if you're fortunate enough to be chastised by the Lord or by the devotee of the Lord, because in many places actually it's described that both by the Lord or by his devotees to be chastised is great mercy. Но у вас может появиться возможность быть отруганным или наказанным Господом или Его преданными, потому что в многих местах Священного Писания говорится, что и то, и другое, и наказание от рук самого Господа и от рук Его преданных является великой удачей и милостью. And in this way, the third purpose of the festivals is to display compassion to everyone. Третья цель проведения фестиваля – явить сострадание ко всем. To give everybody the opportunity to engage in the service of Lord Hari, the spiritual master, and the Vaishnavas. Дать всем возможность заняться служением Господу Хари, духовному учителю Вайшнавам. So, hopefully, in the course of these 5 days, while all of you are participating in the festival, you'll be able to achieve all of these objectives in the association of devotees. И надеюсь, на протяжении этих 5 дней
В эти дни этого фестиваля у каждого из вас, у каждого из вас появится возможность достичь всех этих целей проведения фестиваля в обществе Вайшнав. В соответствии с наставлением Господа Кришны, которое он дал Удаве, then everyone should also see this as an opportunity to facilitate the worship of the Lord. Каждый должен видеть в этих фестивалях возможность помочь создать дополнительные условия для поклонения Господу. Lord Krishna specifically said that if one does some service for the Lord, then he should be very careful not to advertise his service. Господь Кришна также предупреждает, если вам удается, выпадает возможность совершить какое-то служение Господу, нельзя хвалиться этим служением. This is also a very important part of proper worship of the Lord, that he's not doing it for fame, for prestige, for profit. Это еще одна очень важная часть и важное условие поклонения Господу. Нельзя поклоняться Господу, рассчитывая на то, что прославиться или заработать какую-то репутацию в обществе преданных или получить какую-то взду за это. He does it for no other purpose other than to give pleasure to the Lord. Преданные занимаются служением Господу только ради одной цели, не ради какой-то другой, просто чтобы это порадовать Господа. And if one tries to advertise one's service, then he loses the benefit of that offering. Если человек бахвалится своим служением, то теряет вот это благо, ради которого служение по-настоящему осуществляется. Therefore, specifically, Krishna told Uddhava that one should never advertise his service to the deities. Поэтому Уддхава предупреждает, Кришна предупреждает Уддхаву, что преданный не должен хвалиться своим служением. Otherwise, face the consequences of becoming filled with pride. В противном случае ему грозит опасность начать гордиться. And he also says that one should offer something very dear to the Lord. Более того, говорится, что нужно предлагать что-то очень дорогое себе Господу. He even said, what is most dear to oneself, one should offer to the Lord. Более того, Господь говорит, что нужно предлагать Господу то, что самое дорогое для вас. Might not be the easiest thing to do. Может быть, это не самое легкое предложение, предлагать самое дорогое, что у вас есть. I remember when I said this once before when I was a temple president in Boston 40 years ago. Помню, наверняка я рассказывал эту историю, как 40 лет назад я был президентом храма в Бостоне. There were many people who would bring things to give to the temple. И к нам часто приходили гости, что-то приносили храму. But they were generally the things that they replaced because they were worthless and they couldn't use anymore, so they would bring it to the temple and give it to the temple and offer it to the deities. Но обычно они приносили храму, предлагали божествам то, что они уже не могли использовать сами, потому что эти вещи стали совершенно рухлядью или развалинами, поэтому они приносили божествам, а сами покупали новые себе. They would buy a new fancy car. Например, они покупали роскошную машину себе. Bring it to the temple and ask the devotees, will you offer arctic to the car and bless our car? Новую машину и привозили ее в храм и говорили, не могли бы вы благословить нашу машину, провести арати этой машине. Put Mahaprasadam on the car and so that we will have a happy life enjoying this car. Чтобы вы помазали эту машину Махапрасадом каким-то, чтобы мы могли потом на ней счастливо разъезжать и наслаждаться жизнью. And then they would say, oh, by the way, the car that we can't use anymore because it needs to be repaired, but not so much repairs required. We want to offer that to the temple. А вот у нас есть проблема. Они говорят, между прочим, у нас еще осталась старая машина, она немножко сломалась, правда, не слишком сильно сломалась, ее чуть-чуть там подремонтировать, она будет очень хорошо служить. Вот мы предлагаем ее храму. Things like this, they would happen a lot. И часто происходили такие вещи. But Krishna told Uddhava, that which is most dear to oneself, he should offer to me and then get the benefit of eternal life. И Господь Кришна говорит, что нужно предлагать мне самое дорогое, что у тебя есть, и тогда человек удостаивается вечной жизни. Of course, sometimes people think, well, if I give it to the temple, it won't be for the deities, everybody else will use it. При этом люди думают, ну да, если я приложу это самое дорогое храму, то использовать это будет не божества, а вот все остальные живущие в храме. And sometimes people are reserved about giving to the deities because they're afraid that the deities won't actually benefit from it. И так иногда это останавливает иногда людей от таких дорогих пожертвований, я думаю, что ну вот я предложу это божествам, но до божества это не дойдет. But then that's why it's a big responsibility is to organize such big festivals in service of the deities. Поэтому на нас лежит ответственность проводить такие фестивали для того, чтобы служить божествам. Because everything is for the pleasure of the deities. Служение божествам, потому что все должно быть предназначено для их удовольствия. Prasadam is offered to the deities. So many different opulent preparations are offered for them. Prasad должен предлагаться божествам, должно быть очень много, очень
очень роскошные, вкусные блюда предлагаем для их удовлетворения. I was telling the devotees when we installed the deities in Kharkov. Рассказывают историю преданных в Харькове, когда мы устанавливали там божества. That we were taught in the early days that whenever you went to the temple, you never would go, should never go empty-handed. Нас научили в ранние годы движения, что когда мы не приходили, не приезжали в храм, мы никогда не должны приходить в храм с пустыми руками. When we always, in the early days, when we would come to the temple, we always had something to offer to the deities. Когда мы приходили в ранние годы в храм, мы всегда, всегда имели какой-то подарок, который мы приносили. It's just the way we were trained those days. Нас так обучали в те времена. Didn't have to be opulent. Не обязательно этот подарок должен быть роскошным. Krishna says, if one offers me a leaf, flower, fruit or water with love of devotion. Кришна же говорит, что можно подарить мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду. Bring whatever. I used to bring nuts. Я обычно приносил орехи. There was a store nearby where I could get really good nuts, so I'd bring nuts for the deities. Потому что у меня по соседству был очень хороший магазин, где продавались качественные орехи. Я обычно приносил эти подарки божествам. And then, of course, it's the responsibility of the pujaris that whatever is brought for the deities has to be offered to the deities. Разумеется, на пуджаре лежит ответственность предлагать все, что приносится божествам, божествам. Big responsibility the pujaris have. Это огромная ответственность, которая лежит на них. So here Krishna is saying that we organize such big festivals and everything can be done for the pleasure of the deities. И поэтому Господь Кришна говорит, что нужно проводить такие большие фестивали ради удовлетворения Господа. And if one makes such offerings for the Lord's pleasure in this way in big festivals, then one will get the opportunity to obtain eternal life. Если человек будет проводить такие фестивали, предлагать Господу различные подношения для его удовлетворения, то он заслуживает и удостаивается вечной жизни. Just as Krishna said in the 27th chapter of the 11th canto, the verses we just read before. Как Господь Кришна сам говорит в 27 главе 11 песни Шримад-Бхагаватам, которые мы только что стихи, из которых мы только что прочитали. That you can become a king of the planet, or you can go to the planet of Lord Brahma. Что человек благодаря такому служению божеству может либо стать царем всей планеты, либо вознестись на планету Господа Брахмы. Get so many benefits by facilitating the worship of the deities. И он может получить много разных благ от того, что будет помогать служению божеству. But the devotees who do it simply exclusively with a desire for my pleasure, they get me. Но преданные, которые занимаются всеми этими видами служения, говорит Господь, только исключительно для моего удовлетворения получают меня. That's the difference between the devotees and those who have some fruit of desire. They think, oh, what will I get? В этом разница между преданными и теми, которые вынашивают какие-то корыстные желания, потому что вот эти корыстные люди думают, а что же я получу в обмен? And when devotees serve and worship the Lord in such a mood of intense devotion and selflessness, и когда преданные поклоняются, служат Господу в духе бескорыстного служения и полного сосредоточения на Господе. Then there is wonderful reciprocation between the deity and the devotee who serves him and worships him in that way. То божество откликается на их служение удивительным образом. This, as we just read in those verses from Lord Krishna to Uddhava, nobody is barred from serving the deities. Как мы прочитали в этих стихах, описывающих, в которых Господь Кришна описывал поклонение себе Уддхаве. Нет никаких препятствий или ограничений для служения. Каждый может участвовать в этом. It's not just the pujaris. Не только пуджари. He said, one can come and clean the temple of the Lord. Например, Господь говорит, каждый может приходить и помогать в уборке храма. One can come and plant flowers and make nice gardens for the deities. Человек может, например, собирать цветы и делать из них прекрасные гирлянды для божеств. One can build a temple. Можно строить храм. So many different ways that one can render service to the deity. Есть много разнообразных видов служения для божеств. So festivals are opportunities for this devotees to increase the devotees' opportunities for service to the Lord. И вот фестивали являются замечательным способом получить огромные разнообразные возможности для служения божеству, Господу для каждого преданного. So now we are having arti, we should have kirtan. И сейчас, поскольку божествам предлагают арти, мы должны провести киртан. Здесь мы закончим. Харе Кришна. Спасибо.